Здравствуйте, мы находимся на церемонии взвешивания. Рядом со мной Даниэль Вайхель, чемпион в категории до 70 кг M1 Global. Даниэль, рад приветствовать в Санкт-Петербурге. Как самочувствие и как физическая форма перед боем? I feel good now the weight cut is over. Now I load myself and get ready for the fight. Я хорошо себя чувствую, наконец-таки закончилась гонка веса, я взвесился и теперь буду готовиться к бою. Морально. Не поделишься секретом, сколько примерно килограмм пришлось согнать перед боем? How many did you have to cut? I start from around 80 kilos and do the diet down to 76, between 76 and 77, and then the last week I cut down to 70. Я начинал где-то с 80, потом с помощью диеты согнал где-то до 76-77, и за последнюю неделю согнал до 70. Расскажи, вот ты смотрел бои своего соперника Мусы Хаманаева, что ты можешь сказать о его стиле ведения боя, о его кондициях? Have you seen your opponent's fights, and if yes, what can you say about his fighting style? I saw his last fight against Stamkowski, and I can say he's a really good wrestler. He got good condition, definitely, and it will be exciting fight. Я смотрел его последний бой с Артемом Домковским. Я могу сказать, что он очень хороший борец, и могу сказать, что это точно будет хороший бой. Успел ли ты посмотреть на белые ночи? Как тебе Петербург летом? I think Petersburg's very beautiful. I got the chance to take a look around. Some nice guys from M1 took us to the center and showed us all the important things to see. So I think Petersburg's very nice in the summer. Yeah, I like it. Мне очень нравится в Петербурге. Кто-то из М1 отвезли нас в центр, показали основные достопримечательности. Они мне очень понравились, и мы видели белые ночи. Погода у вас, конечно, не очень, но вообще мне очень нравится Санкт-Петербург летом. Спасибо большое, желаем удачи в бою. My name is Daniel Weichel. I'm from Frankfurt, fighting for MMA Spirit. Watch my fight tomorrow. It will be a great battle. And I have to say thank you to all the Russian fans, to the great atmosphere in the stadium. And of course, I want to thank all my sponsors from Germany: MMA Spirit, Olymp Nutrition, Joja, Fight Nature, Boxhouse, and Throwdown. Thanks for the great support.